Vladislav Tretiak, one of the greatest goalies ever, and newly elected member of the IIHF Council. Tretiak took some time with us to discuss the future and the past. Я думаю, постоянно, особенно когда приезжаю в Канаду или в Северную Америку, потому что я сегодня играл на 4 Олимпиадах, на 13 чемпионатах мира, но об этом меня никто не спрашивает. А всегда спрашивают в 72 год. Ну, еще спрашивают про Олимпиаду в Лейк Плэсиде. Решение было неожиданно для всех, и для игроков, но в первую очередь для меня, потому что счет был 2-2. И даже сам Тихонов, тренер, до сих пор в своей книге написал, что это самая большая ошибка его была. Но почему это произошло, он не говорит. Я думаю, что сколько будет существовать хоккей, всегда будут помнить 72-й год. А почему? Потому что действительно 72-й год — это была революция в хоккее. И мы не, и советская команда не представляла только советский хоккей, мы представляли всю Европу. Все европейские любительские команды. И после 72-го года мы открыли ворота в Национальную хоккейную лигу. И как результат сегодня только игроков играет из разных стран. Но мое правительство, коммунистическая партия, не разрешила это сделать. Единственное, что в своей жизни я сожалею, что не смог выиграть Кубок Стэнли с Монреаль Канадиенс. А всегда для советских игроков ближе всех был Монреаль Канадиенс. Потому что они играли в более европейский хоккей. Она не была грязной командой. И большинство наших хоккеистов в свое советское время знали эту команду. Я очень рад, что меня выбрали большинством голосов. Это еще раз говорит, что Россия одна из ведущих стран в хоккейном мире. Многие страны надеются, что Россия внесет что-то новое в развитие хоккея. Особенно малые страны, они хотят сотрудничать со мной, они мне верят и хотят через меня участвовать в мировом хоккее и решать свои проблемы. Thank you.